Что касается вот тех происшествий, которые были, как я и говорил в докладе, 15 из них – это был человеческий фактор. То есть, в принципе, это, ну, если можно так говорить, это ошибки пилотов. И, конечно же, пилотов необходимо обучать в квалифицированных академиях, квалифицированных вузах. На поверку сегодня можно четко сказать, что та академия, которая сегодня, гражданская авиация, существует в Казахстане, она сегодня недостаточно хорошо готовит специалистов. И сегодня это объясняется по причине того, что ни тренажерной базы не существует современной, ни вот как мы анализировали работу, международные стандарты не были внедрены вот в этой международной академии. Что касается вот той трагедии, которую вы затронули, сейчас проводится расследование, и причем расследование проводится не только силами, так будем говорить, казахстанскими, да, там, компаниями, точнее не компаниями, а казахстанскими специалистами, но и привлечены специалисты и Международного государственного комитета, точнее между государственного комитета, который находится в Москве, и привлечены специалисты и Соединенных Штатов, и Канады под данное расследование. Как только закончится расследование, мы опять же информацию предоставим и через средства массовой информации, и непосредственно вам, уважаемые депутаты, потому что понимаем, как чувствителен этот вопрос.